have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и смотрите, про что я тут вспомнил. Оказывается, мы же даже можем с собой в спутнике взять еще и девочку, блин. Но, наверное, я пока что с этим повременю. Будем это иметь как запасной вариант. Пока что все-таки... уж не знаю. Мне хочется взять более дееспособного товарища. Блин, а где там можно было? Это не здесь можно было, да? Наложить, использовать. Да, мне нужно пойти. Минуточку, украсть? Я могу это выучить? Взлом. Ну, давайте. Украсть. Что значит украсть? Ладно, давайте. Кража. На изготовке это я не знаю, что. Контрудар, защитная стойка. Поглотить. Боевой клич. Меткая стрельба. Кстати, да, насчет стрельбы тоже надо будет. В общем-то, я думал, что здесь можно заодно и всякие непотребства творить, но... нет. Пойдемте, наверное, что я вот думаю. Тут мы... ой, блин, я вспомнил это место. Сейчас давайте сохранимся, раз уж мы здесь пришли сюда, потратили свое время. Тут у нас тоже вроде безопасно, кроме чертовых стрел из стен. Отдохнуть, орел. Да, спасибо. Зажжем свет. Пусть у нас будет немножечко. Вообще, что я хочу теперь сделать? Мне нужно дальше пройти... мы сюда пришли подметать хвосты, в общем-то. Мне нужен новый напарник. Взамен безлунница уж. Извини меня, безлунница, но эта игра устроена так, что она не даст тебе выжить. Так, а тут кнопка. Вроде нормально прошли. Ненавижу это место. Энки, а почему ты до сих... блин, надо посмотреть его лор, почему он до сих пор здесь? Ну, то есть... мы же ж вроде как же... ладно. Мне нужно вот это вот. Добро пожаловать на нашу лужайку. Пользование большие твои страдания. За первый раз платить не придется. Ну... это мне вот сюда, вот к вот этому перцу опять подойти, да? Ищешь партнера? Да. Сними всю одежду и надень эту маску. Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Чё там, какая фобия? Благодаря этому акту твоя близость Сильвиан растет. Во! Отлично. Словом, чувствуешь себя моложе. Сильвиан. Сильвиан, отлично. То есть, теперь я могу подойти... просто подождите минуточку. Я могу теперь подойти к Хексону и... блин, мне пожрать надо. Я хочу просто кое-что прояснить, пока мы недалеко. Сильвиан, у меня возросло это... да, насколько это возможно, возросло. Блин, отвратительное место. Ну хорошо. Я могу сейчас подойти к Хексону, и у меня будет прокачана связь с богами, или как? Или мне нужно усилить еще связь с богами, чтобы я смог прокачать сейчас то, что я хочу. Вот, видите, да, оно начало... целительный шепот, я иду в нужную сторону. Шепот любви. А, погоди, нет, погоди, мне нужен целительный, можно? Блин,
Блин, это просто сводит меня. Вот. А, это не могу. Мне к нему нужны. Допустим, шепот любви. Да. Все, я понял. Это все, 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 все. До меня дошли вот эти круги наконец-то. Первый круг это когда первая привязанность, ты можешь изучать магию первых двух ступеней, когда второй круг, потому что вон есть более сложные круги, есть все. Все, 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 до меня доперло. Хорошо, хорошо, хорошо. Фух, я наконец-то понял. У меня две души, кстати, еще осталось. То есть мне нужно еще раз усилить мою связь с Сильвиан. А сколько платить придется? Погодите, я могу прямо сейчас сходить к кроликам и второй раз там... Да, вот это вот все, шпили-вили, вот это вот. И что мне придется за это отдать, и что мне придется заплатить? Потому что мне нужна именно вон та штука. Шепот любви, это, конечно, круто. Я не знаю, куда он там, в куда это шептать все, но это разберемся. А вот сколько? Добро пожаловать. За первый раз платить не придется. А за второй раз вот сколько? Сколько это будет стоить? Ищу партнера, да. Сними всю одежду, одень эту маску. А в смысле, почему никто цену-то не назвал? Вы издеваетесь. Две решки! Две, черт побери, решки! Ты теряешь свой разум. Полностью? Ты проводишь так остаток своих дней. Это самый эпичный проигрыш, который у меня был в этой игре. Ладно, вопрос-то остается. Если два раза и у тебя типа получится, то у тебя выйдет два усиления или нет? Пойдемте, хорошо, что я сохранился прямо здесь, блин. Поимели до смерти просто. Это и смешно, и страшно одновременно, блин. Знаете, что самое обидное в этой ситуации? Я не смогу эту картинку поставить на заставку. По-моему, меня YouTube просто убьет к черту. Какой бред. То есть, плата не деньги. Плата тупо твоя жизнь. Но удается прийти в себя. Да, вот возросло благодаря этому. Давай еще раз. Да. А два раза подряд можно или... А, понял. Есть. Два раза есть? Ну-ка, проверяем. Ты словно чувствуешь себя моложе, это да? После двух-то раз... Конечно, можно почувствовать себя и моложе, можно вообще себя суперменом почувствовать, так что тут вот вообще не проблема. Ладно. Якадзуны с Мусасимарами. Я себе качнул две привязанности к Сильвиан или нет? Если да, я сейчас просто прокачаю то, что мне надо, пойду сохранюсь и... Да, качнул, хорошо. То есть, получается, богу, вот верхнее, ну, Сильвиан это глаз, это, да, вы мне рассказывали в комментах, а верхнее это бог страха и голода, который, трюки пироманта, сферы тьмы. Блин, это самая крутая магия, которая есть у этого чувака, с ним нужно на 3 прокачать, ох ты ж. Целительный шепот. А я не могу его пока не... Да? Угу. Да. Излечивающий шепот. Вот что мне нужно. Фух.
Пойдемте, надо после такого надо сохраняться просто. Ну, в общем, ребят, я вам сейчас скажу, как это получается. Изначально ты смотришь на этот Хексон, и что оно такое, и как это вообще происходит. Это все чрезвычайно сложно, и ты нифига не можешь понять. И вы вроде как объясняли еще с самого первого прохождения, как этим пользоваться. И я такой, да ну, да как-то, да потом, да ладно, та-та-ра-та-та-та-та-та. Вот, а потом меня вдруг просто как осенило. А, вот оно как, и все. Блин, чертова решка. Почему я каждый раз тут не схожу? Придется входить, выходить. Опять же, как бы плохо это ни звучало. Зажги ты уже эту фигню чертову. Хорош! Ладно, ребят, погодите. 4 раза, ребятушки. 4 раза. А, все? Это уже 20-й файл. Ну, поехали тогда заново. То есть, они мне такие, решка. Я им, ну, орел. Они такие, решка. Ну, орел. Нет, решка. И все. 4, блин, раза. Я, кстати, похавал, да, похавал немножечко тот все там. Так, пойдем в дерево. Тьфу ты, не туда. Пойдем в дерево, попробуем достать Лигарда. Я уже не помню, где он там, на каком этаже, как мне надо провалиться, чтобы им провалиться. Ой, Лигарда, тьфу ты, Рангвальда. Кто-то там в комментах говорил, что он путает Лигарда и Рангвальда. Я понимаю, почему. Со временем это начинает звучать одинаково. Так, факелочек, наверное, бы надо. Откуда у меня 99... Не 99 серебряных монет? Это в кладе столько было? Ну-ка. Блин, у меня бабла до черта. Надо пойти к тому магу потом скупиться, прежде чем идти вглубь. Так, это говно я убивал. Это говно я убивал. Дебри 4. Вот ты где, прямо здесь. Отлично. Так, чего ты хочешь? Хочешь ли ты присоединиться к моей группе? Может, и присоединюсь. Похоже, ты намного сильнее, чем я того ждал. Для меня будет честью присоединиться для тебя, к тебе. Хорошо, чувак. Моментальнейше твою экипировочку меняем. У тебя есть короткий лук сходу. Но мы его поменяем на... ножницы. Давай клинок. Давай щит с орлом. Давай, наверное, кожаный шлем. Доспехи. Кераса. Да, латные доспехи. Аксессуар. Можно еще тебе защиты кинуть. А можно! Талисман приносит удачу. То, что ты можешь сделать нечто подобное, уже несет себе некий символизм. Мы ни разу, кстати, им не пользовались. А можно тебе дать воронью душу. А можно вообще монокль, кстати. На тебе пока что воронью душу, посмотрим, насколько ты косой, может быть, потом и монокль к тебе приедет. Теперь надо как-то отсюда свалить. Вот через здесь, да? Ой, да, тут эти дынькалки ходят. Я помню, я от них мансил не убивал. Но это надо будет, значит, сейчас аккуратненько. Слегка голодна, я тебя поздравляю. Так, ребят, немножечко, капелюшечку, намечается проблема с едой. Мы сейчас пойдем убьем морского дракона, с него можно будет настругать мясо. Это мясо потом можно будет поднажарить. И наша жизнь станет немножко поярче. Насчет курева я не помню, что у нас по куреву.
еще учитывая, что маг жрет практически как не в себя менталку, он ею дерется. Можно выйти из этого говна? Спасибо. Все, катакомбы, наконец-то. Валим отсюда. А теперь в шорткатец и пойдем по этажам, пойдем это, по водичке пройдемся, дракончика грохнем. Мать! Нужно тоже и мать, потому что с нее там желтая слизь и... Ну, нам есть чем заняться. Надо только сохраниться, а так нам есть чем заняться. Вот эти ребята меня немножко бесят. Так. Вон он. Но я не хочу его сейчас мочить. Ничего не осталось. Фух, чуть не наступил на эту хрень. Пойдемте сейчас к Шекспиру сохранимся. И потом в этот туннельчик сунемся. Может быть, через ящера. Может, мы его укатаем. Может, нет. Посмотрим. Заодно проверим наши силы. Что у нас там по хавчику? По хавчику нормально. По разуму тоже нормально. Мы в неплохом состоянии. Чем я недоволен? Я недоволен, что у нас нету монетки. Вот, у нас тут, по крайней мере, сейф человеческий есть, который у нас не просит орешки. Вот, мы можем просто прийти, тыкнуть кнопочку, сохраниться. Это хорошо, довольно близко. Так, ну что, у нас full party. Пойдемте попробуем слазить сюда. Он нас не видит и не слышит. Не видит, говорю, и не слышит. Иди в жопу. Блин, чертов террорюга. Ну, надо его убить, потому что... Ну, он такой, блин, просто лазит, портит тут все. Это мне монетку сейчас дадут? Камень-душ. Камень-душ тоже очень полезная штука. Я не спорю. Факел надо что-то делать. У меня палки заканчиваются. Так, мать. Умение. Излечивающий шепот. Давайте попробуем. Погодите, а почему я весь здоровый? Я весь здоровый. А как? А когда я успел? Минус. Минус. А как ты промахнулся-то? А ты как промахнулся? Ну что это такое? Вы чё? Ладно. Она еще и улетела. Гаптекст. Спасибо. Пещерная мать исчезает во тьму. Пойдемте найдемте ее. А, это у нас типа раунд 2. Быстрая атака. Да-да-да, вот его бей. Ну и все. Наконец мертва. Между ног есть отверстие. Кто бы мог подумать.
Меняешь руку через желтую слизь, чищешь, да, находишь яйцо карлика. Да, кстати, яйцо карлика. Чем мне с ним делать-то? Камень душ, да, используй на нее, пожалуйста. Хорошо. Обыскать я не могу. Я могу вот так вот этих яиц карлика понатаскать, да? Я понял, это так же, как с мясом этого дракона. Кстати, кто мне это подсказал, огромнейшее спасибо. Че с этими яйцами, правда? Их есть можно или они для чего-то нужны, я уже не помню. Не то, что... Не, хорошо, знаете, говорится, не помню, это когда ты знал. Я не уверен, что я знал, для чего они. Ну ладно, так, вот эту штуку я, наверное, трогать пока что не буду. Мне так неплохо. Давайте-ка вот сюда, что ли, заглянем. Тут у нас... Под... Желтая слизь. Фиг ли ты, собственно, дружище, слабеешь у нас от голода, если... Мы недавно ели... Я их кормлю грибами, я понимаю, что грибное рагу самое сытное, но я их кормлю грибами по той простой причине, что я вряд ли уже найду способ приготовления этого рагу. Поэтому можно хотя бы так. Вообще, желтая слизь у нас для чего нужна была? Давайте еще одну бутылочку заберем, у нас бутылок-то много. Или все? Все? Ладно. Как скажете... Теперь, по идее, мы еще и с призраками можем бороться, и вообще у нас... Все довольно... Минечка, что он сейчас скажет, Pocket Cat? У нас вроде и деньги есть. Привет, тебе незнакомец. Как себя чувствуешь в этот сей чудесный день? Что в ней чудесного? Новый день приносит новые испытания. Что такое жизнь без испытаний? Жизнь интересна, не правда ли, а? Жизнь интересна, если ты интересен. Точно подмечено. Ты мне уже нравишься. Я знаю, что мы только встретились, но я уже чувствую, как образовывается связь между нами. Надеюсь, ты не против, если я спрошу напрямую. Всех живых людей можно разделить на две группы, так? Есть дети света, те, кому предназначено ходить в ярком свете солнца. Эти люди хорошо переносят все тяготы жизни. Они имеют близких людей, факел, черт побери, к которым хотят вернуться. Даже в самый темный час они чувствуют тепло любимых в своей душе, чего становится еще храбрее. Но в противоположность им есть люди, тьмы. Таких людей интересное течение жизни частенько приводит к горе и печали, но они приспосабливаются жить с этим, более того, они начинают любить извечную тьму в своей душе. Такие люди могут черпать силу во тьме, а не Так, люди... Я дитя тьмы. Все, с этим все нормально. Да, все вы такие. Так я и думал, рад, что услышал от тебя честный ответ. Скажи, может быть, что нет? Очень хорошо, очень хорошо. Ценю правдивые слова, даже если их больно слышать. Я говорю так сейчас, но позже наверняка почувствую себя действительно ужасно. Но тебе не стоит беспокоиться об этом, правда? Со временем я полюбил это чувство, чувство отверженности. В любом случае, я всегда... Я своего рода торговец, я продаю изысканные вещи и оружие тем, кто в них нуждается. Но самое смешное, это то, что мне не нужно твое золото или серебро. Я меняю вещи на детей. Приведи их ко мне, и не пожалеешь о потраченном времени. Видишь ли, мои карманы очень глубоки. Давай, котяра. Слушай, у меня нет девочки с собой. Честно, я бы тебе эту дуру отдал, но у меня ее нету с собой. В эту сторону мы не ходили, да? Ничего не осталось. Тут у нас призрак. Так, дракоша. Что-то блестит, подобрать. Опа, привет. Так, минуточку. Я что-то где-то не понимаю... Oh.
на 1500 штук, фига себе. Неплохо, кстати. Нет! Блин. Вот мне вот твой язык очень не нравится, дружище. Давай мы без него обойдемся. Так, ты ударь сюда. Лигард по языку. Рангвальд по языку. И ты тоже. Да, лапы поотрубали, все, можно теперь вот эту. Все, 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 отлично. Класс. Понятно. Давайте просто в туловище вливать урон. Хотя можно и голову отрубить. 1500 штук, отлично. Один раз он меня все-таки сумел ударить. Корона сделана. А, да, точно, мы корону отсюда получаем, я и забыл. Его мертвая туша воняет рыбой. У меня нету ножа разделочного. Ах, ты ж ежика кусок. Ладно, так, свиток, я хотел себе мясо тут нарезать, ага, два раза, блин, свиток трансмутации, хождение по воде, пожалуйста, пойдем. Или я не могу? Я его применил на себя. Применил. Да, хочу. Не надо тебе туда. Тут ребята разной степени разложенности. Заживо содрали кожу, примитивные страны, застыла в искаженной муке. Та-та-та, на мой взгляд, что жертва была жива, пока с нее снимали кожу. Дайте мне ножик разделочный, пожалуйста. Та я не успел назад нажать. Так, умение быстро, так, пожалуйста. Надо хвост ему отрубить. Отрубили, нормально. Прикрывается щитом. Отруби ему щит. Что это было? Меня не отравил, ничего. Он, видимо, просто по мне промахнулся, да? А этого нашего чувачка он засандалил мага, но магу, в принципе, на это пофиг. Трубка и опиум. О, уже хорошо. Факел. Спасибо. Пила. Погодите, пила это у нас для рук. Это не разделочный нож. С ним я ничего не смогу сделать. Шишку. Шишку. 6 серебряных. Амулет с душой? Да, могу. Давайте. Антимагии. Вот зачем антимагия. Все, я понял. Увенчалась успехом? Она могла и не увенчаться успехом. Огненного трюка и свиток воспламенения. Древний алхимический та-та-та-та-та. Когда я успел так проголодаться? Объясните, блин. Яйцо карлика. Я не могу его сожрать, кстати. Так, хорошо. Свитки, свитки. Свитки — это все круто, конечно. Мраморный глобус, покрытый пылью, на нем, кажется, изображена карта мира, но некоторые из континентов неизвестны ни тебе, ни остальному цивилизованному миру. На стене выгравирована карта изученного мира. На ней полностью отсутствует континент Винланд, который был открыт в наше время. Который злой. Подожжем свечку. Так.
Проблема, что у меня нет чертового разделочного ножа. Там туша мяса лежит. Я ничего не могу с ней сделать. Круто, да? Голубой флакон, трубка. Кстати, давайте... Давай мы тебя чуть-чуть накурим, чувак. Хотя бы, чтобы тридцатничек у тебя был, да? Да, супер. Ладно. Сюда мне не надо по воде. Ну, хорошо. Ну, там стоит тот чувак, но я не вижу смысла с ним драться. Так, это я просто воды себе набираю. Хорошо. Погодите. Сделать предмет, капюшон. Флакон с мутной, легковоспламеняющей. Черный флакон и масло. Синий флакон. Красный флакон. О, кстати, да, у меня же есть синий... Угу. Я могу еще хилка смеси... Я забыл, что у меня смеси есть. Фу ты, блин. Ах ты ж! Я забыл про тебя. А ты мне вообще нужен? Может, ты уйдешь? Вот, здесь можно тоже... Да-да-да-да-да, молиться. Нет, я не буду, потому что я уже достиг нужной... Нужного положения вещей. Зажечь факел. Доспехи. Атаковать. Нет, умение быстрое. Мне нужно с него все доспехи снять, да, если я правильно помню? И сделать это побыстрее. Пока он не призвал... Открываются подробности, которые я, наверное, не хотел бы видеть, да? Отряд побеждает. Да, главное доспехи было победить. Обыскать. Слишком тяжелы. Ногами пинать их тоже не буду. Находишь факел, это здорово. Вот здесь. Во-во-вот. По-моему, здесь мы сейчас как раз и встретим Энки, если я не ошибаюсь. Ладно, мне повезло. Свиток магов. Насчет магии вообще нужно будет разобраться отдельно. Три стеклянных флакона. Взрывной флакон. Открыть. Очки. Пардоньте. Пардоньте, ребят. Вот, вот нет, конечно, душу ворона я очень ценю. Но вот очки мне... Стой, а почему? Так, а 50? Он типа... А, он голодный. Все, я понял. Я такой, а чё такая атака убогая? Чувак. Просто хавать хочет. Красный флакон, зеленый флакон. О, флаконный флакон. Так. Тут у нас Хексон еще один есть. Могу ли я и хочу ли я что-то изучать? На изготовке... У меня одна малая душа. Черт. Феромоны, целительный шепот. Меткая стрельба. Поглотить. Нет, 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 я не буду использовать последнюю душу.
Мясло. Решка, пожалуйста. Так, глянь. В свитах темных... Блин, на магию просто прет. Орел? Ну, сейчас, два раза, чтобы повезло. Такого не бывает. Страницы... Так, книга. Та-та-та-та-та. Блин, ну прям местечко хорошее такое с точки зрения лута. Прям неплохо было. А, хочу ли я дальше идти? Нужно ли мне там что-то? Там у нас деревня недобитая. Магия. Ну это я все ходил, это я все смотрел. Призрак там исчез уже. В деревне. Ну мне в деревне, наверное, ничего не надо уже. А, блин. Там костер есть. Так, ничего не осталось. Ну тут я уже везде был. Я не уверен, что мне сюда нужно. Тут я уже все ходил, лутался, проходил. Единственное, что мы вот за дракошей... Блин, очень обидно, что мы его грохнули и не можем с него мясо собрать. С другой стороны, оно у нас будет в шаговой доступности, потому что, ну, мы все сделали для того, чтобы оно было в шаговой доступности. Убили призрака. Вот этого упыренка, может быть, еще грохнуть, конечно. Быстро. Так. Так. А ты укуси его вот так. Как можно все моментально испортить, да? Ну, то есть он просто ударил и заразил его, и все. И на этом, ну, игра практически закончена. Одна маленькая гадость. В ладонях 5 серебряных монет. Зачем тебе они были? Ребят. А, еще и меня заразил, у меня тоже заражение крови. Хорошо, так, мы сохранились после получения магии, то есть мне просто этот коридорчик надо будет заново перепройти. Я даже не знаю, буду я с этими доспехами сразу... Ну да, там в той комнатке есть интересные вещи. Что у нас по магии? Пустые свитки, свиток магов. На тебе. Я не знаю, как бы, что у нас потом получится. Алхимия, поэма любви, свиток воспламенения, свиток трансмутации, темных искусств, огненного трюка. Ладно, в любом случае мне придется загружаться с того момента, по крайней мере, не очень далеко. У нас не вся серия ушла туда. Вот, я думаю, что я быстренько за кадром побегаю, все сделаю, ну... Завалю это чудище еще раз. Посмотрю, побегаю там, свиточки возьму. Наверное, следующую серию мы с вами уже начнем опять из Махабры. Пойдем с големом сражаться и пойдем собирать, разрезать третье сердце. Все, ребятушки, спасибо, что были с нами. На этом все. Увидимся в следующих сериях. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.